С одной стороны, это полезная была встреча, потому что звучали вопросы, которые снимают некое напряжение и недопонимание, кто за что отвечает, за что город, за что рекоператор, а где ответственность самих жителей. В этой части беседа была полезная, потому что люди четче стали понимать, что включено в тариф, какой мусор вывозится за то, что они платят, почему там, как нужно действовать со строительным мусором, были, ну, хотя бы понятен алгоритм действий, да. Были какие-то частные случаи, когда там федеральные структуры очень некрасиво себя вели, жителям в контейнеры выбрасывали мусор, там хотя бы появился механизм понимания, как на это воздействовать. Вот такие какие-то локальные вещи, они, ну, наверное, имели эффект и будут иметь эффект после сегодняшней встречи. Другое дело, что горожане уже устали от разговоров и ждут конкретных решений вот по тем новым мусорным площадкам, на которые выделены средства. И здесь, конечно, администрации города нужно двигаться более решительными шагами и уже предъявлять результат, потому что действительно средства есть, разговоров было достаточно, консультаций было достаточно. Сейчас просто нужно предъявлять в жизнь те решения, которые достигнуты. Там последний разговор, на котором я принимал участие, неделю назад закончился тем, что мы договорились о там 5 новых площадках и нескольких переоборудованных старых вот на эти средства краевые, которые есть. Ну, горожане должны узнать, и где эти места, и уже увидеть результаты. Понятно, что там с краевого уровня я могу посодействовать в выделении средств, в выделении помощи, но вот эти вот конкретные шаги – это уже ответственность местной власти, местной администрации. Еще раз подчеркну, шагать нужно более решительно, и самое главное, чтобы уже были видимые результаты.